fascists win. Итак, финал декабрьского кубка в городе Луганске. Смотрим Knife Round в исполнении команд AIM Team и команды Сбрила. Смотрим AIM Team. Режут троих, четверых. Да, ребята настроены серьезно. Для того, чтобы выиграть этот лан, AIM надо выиграть две карты. Сбрила достаточно одной. Смотрим первый раунд. Набор всего от команды Кондрашова. Четверо идут, проходят по банану. Да, это попытка занять банан, что они делают. Их считают. Команды рассредотачиваются по карте. Медленная игра. Чек ковров. Ой-ой-ой-ой, сейчас натворят делов здесь. Хороший минус от СЛР. Все, это занимают первую бомбу. Петя в больших песках. Чудеша не были так долго. Смотрим за силой. Вот главный разводящий. Остается 2 в 1. Бомба ставится. Бомба ставится на Б. Что-то там уже такое смешное происходит. И СЛР убивает филграунда. Это 1-0 в пользу Сбрила. Single fight.
от команды Кондрашова. Тут прострелы, команды шумят. Ничего, ничего толкового. Засада на первой. В песках. Риз. Да, это будет... Это будет... Это будет Б1. Ну, я бы на их месте так не рисковал. Смотрим, чем все закончится. Выходят ковры. Да, там ничего не получилось. Крики от команды сбрила. Сбривают Аимфим. Два ноль. А Аимфим решают поменять место дислокации. Опять же, раунд начинается с контакта, команда играет деф. Дефаут 1-4. Смотрим за Снейком. Будет ли экшен? Да, экшен будет. И странно, никого не забирает. Отдает АКМ. Дверя, минус 2 дверя. Ну, на третьей в них хватило. Остаются 3 в 3 и будут сейвить АКМ. Дохлый филграунд идет. О боже мой. Да. Глупая смерть. И. Ну что, найдут? Найдут, не найдут. Три Смотрим команды. Опять деф. Чек хаешкой. Ничего так они не поняли. Деф 4-1. Чек, чек банана. И ничего не происходит. Пытается кого-то попасть в снейк. Стреляет. Смотрим, весь экшен будет сейчас здесь. Залетают флешки на мидл. О, все, Рида спалили. Минус от Кондрашова, минус от Фаты. Минус от зверя. 2 в 3. Убивает плохой. И теряют бомбу, атака. 2 в 3. Смотрим за плохим. Минусует он филграунда. Ну, не успевает. Не успевает. Прострел через всю карту. И это 3-1. С горем пополам, и ему берут свой первый раунд. Поехали дальше. Давай.
Опять деф под команды сбрила. Дропают бомбу. Ну, очень медленно разворачивается. Долго сидят. Вот наконец-то сила начинает предпринимать какие-то попытки. Чекер. Смотрим за СЛРом. Ой, какой хороший минус. Дождался филграунда. Хороший еще минус от СЛРа. Ой, не попал. И это будет сейф. Будет счет уже 4-1 от команды Сбрила. Выцепили Кондратова. И остаются Фата и РЗМ. Ищут контров. Фата делает еще минус. Не успевает выжить. И о, хорош. Снейк уничтожил всех, кого только можно. Смотрим экономический раунд от Фаты и его компании. Чек ковров. Ну, это будет первое. И снова аимы не угадывают с направлением атаки. Сейчас будет большой сбор халявы. Вот от вот этого вот человека. А, нет. Боже мой, что-то они придумывают непонятно что. Компания Сбрила. Вот тут только-только устанавливают бомбу. И смотрим за этим парнем. Пытаются вытянуть кого-то. Минус от СЛРа. Ай-ай-ай-ай, да, это было больно. Как Джеймс Бонд. Вышел Калибрик и умер. И умер. 5-1. Дефом команды Сбрила уверенно лидирует в атаке. Прострелы. Смотрим за СЛР. Мажет на банане. Он не знает, что идет сюрприз. Тем временем Фата делает минус на первой бомбе. Хорош, Петя. И. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас будет? Петя умер. Смотрим, кто у нас остается. Остается Сила и Зверь. Услышали их. Сразу бьет перетяжка на вторую. И. Смотрим за открывающим.
не убивает он Кондрашова, и второй минус в исполнении Артура Кондрашова, который забирает второй раунд в копилку АМ Тим. Хватает денег у Збрилов. Тут агрессивная защита. Флешки на мидле. И запустили плохого. И разорвали всю команду Збрила. Все, остается Снейк с Диглом. Пытается поставить хэд. О, ставит шикарный хэд Кондрашов. Уже отовсюду его. И не успевает выстрелить. 5-3. Банан АМ Тим. Остается Калибрик с АКМом. И слив от Збрила. Ждут, очевидно, какой-то команды от капитана. И хороший минус от зверя. 2-3. Калибрик убивает зверя и остается последний снейк. Типичная ситуация, как в прошлом раунде. Все, забрали. 4-5. Снова демо от команды Крила. Расстрелы. И закрыто играют АМ Тим на прием. Тут какие-то манцевания в исполнении Кондрашова. И это будет B1. Это будет B1 от команды Крила. Ой, хороший. Два минуса от СЛР. Долго убивали тут друг друга. Минус от Кондрашова. И опять остается Снейк. Последний. Ну, успеет. Успевает. О, хороший минус от Кондрашова. Лежать, сука. Ну да. В стиле Есенина уже идут крики. 5-5. Збрила сливают тут диглы, лаки. Нет, это закуп. Плохой, но все-таки закуп. Минус от РЗМ. Смотрим за Педей. Минусует его. Минус от Фаты.
О, ну, ну как так? Плохой не убивает в спину. Снейк. Опять один. До ХП. И прошивают его. 6-5. По им тем выравнивают игру. Непонятная флешка от Фаты себе на респе. И смотрим. Кондрашов делает минус раз на банане. Перестрелка от филграунда. Два на банане. А их тимы начинают раунд очень хорошо. Смотрим. Танцы со звездами от филграунда. И... вот в это время уже на первой. Минус от СЛРа. Лучше всех пока играет Узбрила. Это будет врыв. Всех четверых. И может быть чей-то звездный час. Просто загоняют. Сила держит из последних сил. Ой, хорош! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Петя просто уничтожил. А им тим слышны адские крики. Да, это было красиво. Подбадривают себя. А им 6-6. Счет скользкий. Деньги. Ну, контры наладили экономику. Могут позволить себе еще один раунд. А потом будет плохо. И прожимают ковры. Сносят двоим по 50 кп с лишним. Даже 60-55 от зверя и СЛРа. И халдят, халдят. Попадают, по-моему, по снейку чуть-чуть. Да, 91 хп. И пытаются угадать им тим. О, просто красивый снейка. Не хватает его на калибрика. И заход от команды Сбрила на B1. Долго они это делают. Все, уже успели собраться. Минус от Кондрашова, минус от Фарты. Да, тут читаемая ситуация. О, заканчиваются патроны. Минус еще от Кондрашова, минус от РЗМа. Дотянули, дотянули. Сбрилы, надо было действовать раньше. И 7-6. И денег, ну, денег мало. Пытаются вытащить на 8-7. Свою пользу Сбрила. И ловят хае. На легле. Ловят еще одно. Смотрим. Смотрим за плохим. Видит он. Контра. Тихо слепят. Минус от калибрика. Минус от калибрика. Размен. И оооо. Восемь-шесть. В исполнении АИМ ТИМ. И. И что? Диглы.
Это будет 9-6, скорее всего. Долго очень они думают. И заход на 7. На зеленку. Абсолютно включенные. Хороший минус от Снейка. Минус 3 от Калибрика. Кондрашов просто уничтожил. Меняются сторонами игроки. И что, сразу рестарты. Смотрим. Это немалое преимущество. Нам надо брать первый раунд. А, это не рестарты. Это не рестарты. Смотрим. Первый бай. Дропают юспы. И опять рестарт. Да что ж такое? Уже у меня голова заболела. Хорошая респа у моим тим. Пока что деф. Небольшой чек от силы. О, боже мой. Тут страшная засада в центре. Снимаю 30 хп у Кондрашова. И по-прежнему все сидят, ждут. Все очень-очень долго, очень медленно. Видим все сами. А им тем медленным шагом проходят на первую. И вы их увидели. Это проход на риску. Хорошие минусы. Зверь раскатал. Минус от Кондрашова. Раз. Зверь каким-то невероятным усилием убивает Кондрашова. 1-2. Хорош. Плохой. Все прочекал. С Брила опять берут первый раунд. И ребята, наверное, уже хотят домой. Смотрим. Бай и дропы. Соответственно, у контров и терроров. И что? Медленный чек на Б. Смотрим за этим парнем. Ой-ой-ой-ой, ловит он по щам. Хороший минус от Снейка. Хороший минус. Еще один минус от Снейка. Снимает пол хп. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус от Пети. Остается калибрик 1 в 3. Два юспа. О, вешает раз. И все. Петя добивает калибрика. Дефьюз, щипцов нет, но он успевает, это 8-9. Сбрил остается еще на один шаг ближе к победе. И к тому, что все пойдут наконец-то домой. Смотрим. Диглы у команды Кондрашова.
И это будет что-то быстрое. Быстрая смерть. Вот он, нефаты, филграунд, СВР и... Ну, умри уже, не мучай душу. Нет, все-таки не хочет умирать Артур. Ну, ему помогли. 9-9. Первый бай. Деф от команды Кондрашова. И, боже, они так сложно выговариваются. А им тим. Я буду называть их АТ. Вот так вот. Чек от Снейка. Дверь прям пробрался. Тут и... дождались зверя. Минус от Триза. Поджим мидл. И все, рассосались. Очень долго происходит тут все действо. Никакого экшена. Подсадка в люльку. Прострелы от Кондрашова. Все очень посредственно. Вот, смотрим. Наконец-то что-то начинает образовываться. Нет, сход... Нет. Это перетяжка. И сейчас... Смотрим за силой и за плохим. Вот, очень важно здесь сейчас хотя бы... Минус не убивает. Сила живой. Вот надо было ему сразу занять это место. И да, это будет хорош от Кондрашова. 10-9 в исполнении AIM Team, но это целиком вина на защите. Очень плохо они приняли. Плант, надо было действовать как-то живее. Смотрим. Эко у Сбрилов. Решили порисовать на стенах. Терроры и. Все, это Б. Это Б. Фата делает раскид. Видит чела, убивает Снейка, еле-еле. И... вот это минус в исполнении СЛРа, 2 в 2. Ну, пацаны могут прийти к успеху. Подсказывают своим, что 2 в пленте и... И смотрим за зверем. Силва умер. Какой смачный хедшот от Кондрашова. Просто да. Да, там какие-то крики. Смешались кони, люди. Смотрим дальше. Хороший open фраг от СЛР. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще по чуть-чуть и попал бы. Петя просто шикарно играет Савика. И еще один минус от СЛР. И смотрим. Смотрим еще. О, еще минус от СЛР. И. Это... Снейк тем временем убивает РЗМ. И Снейк убивает Калибрика. Хороший раунд.
смотрим. И это слив. Слив от атаки. Да. Ищем. У кого будет экшен? У Пети. Петя делает раз. Оу, ну. Никак мы не угадываем, куда переключиться. Есть респа у атаки. Счет 11-11 и. Вот это вот будет очень важный раунд. Смотрим. Деф в исполнении AIM Team. Медленно. Это будет очень медленный раунд. Пацаны собираются опять жевать сопли. Ну и... О, какой лютый фейл в исполнении AIM Team. Хороший минус от зверя. Подкрысил он. Атаку. И остается Фата и Кондрашов. И... 73. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, совсем мало хп у Фаты. Все. Это ходячие мертвецы. Ну, раз, два, три. О-о-о, хорош. Зверь в прыжке. Крики сосать. Продаются в клубе. Ну, в принципе, это и было только что проделано Фатой. И 12-11 от Сбрила. Петя, смотрю, перестал бояться. И что? Это эко. И, о боже мой, что такое плохое, что что-то заплашал. Минус от Снейка. Минус, ну, остается последний. С 15 хп. Не спешит умирать. Все, ему помогли. 13-11. Смотрим закуп. АВП у Кондрашова и у кого респа. Будут пытаться в центре выцепить. О-о-о, попадает, но дернул, наверное, рукой. Пол КП у СЛР сняли. И смотрим. Чек банана. Минус от СЛР. И резко остается 2 в 4. Ой-ой-ой, сейчас сила раз. О-о-о, 14-11 в исполнении Сбрила. Все было четко рассчитано. Два раунда, денег нет. Видим, что уже покупают Галилы. Ну. И это будет... Занимают банан. Минус от плохого. О, Фата еще и убивает своего. Снейк очень-очень хорошо постает. Ну... Смотрим. Закет потратили все ходи не туда. И они... Атака убегает. Не дают ему идти. Мало очень хп. По хп просто абсолютно... И смотрим. Сейчас будет минус раз. Правда от зверя. Петя не попадает. И смотрим. Подождали силу. Ситуация 1 в 1. И успевает или не успевает? Играют в прятки. Кто кого перехитрит. И сейчас, по-моему, перехитрят. О-о-о, РЗМ берет этот раунд. Не хватило чуть-чуть терпения у Пети дождаться до конца. Ну, смотрим.
Сила делает два шикарных минуса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, застрял бедняга. Петя убивает. О, это 15-11, ребята. Это 15-11. Остается один РЗМ, ему надо повторить подвиг прошлого раунда. И я не думаю, что у него это удастся. Смотрим, ждут его со всех сторон. И дикие крики от команды Сбрила. Тайминг, ну тайминг как тайминг. Развалили кабину. А им тимом и ну что, последний раунд, наверное, надеюсь. Что-то там нужно кому-то. Смотрим. О, Петю просто не остановить. В него даже не могут попасть. Какая-то мантра в исполнении СЛР. И. О! Отцовский фраг от СЛР опять. Ну, смотрим дальше. О, опять Кондрашова убил. Да что ж такое? Убейте вы его уже наконец-то. Филграунд. Сливайся. И шо, все. Все, 16-12. Уверенная победа команды Сбрила. Петя, МВП и пакет молока. Все, всем спасибо, всем счастливо.